Здравствуйте. В эфире шоу «Альтернативный, определенно удовлетворенный, кислый тюлень». Зрители в течение года присылали нам отдельные буквы, и когда мы собрали все письма, вышло название этого шоу. Давайте поаплодируем нашим гостям. Здравствуйте! Привет! Здравствуйте! Guten Tag. Guten Tag. У нас сегодня гости очень интересные. Они ехали к нам издалека. Давайте вначале с вами познакомимся. Как вас зовут? Пусть Полина. А, псевдонимы, хорошо. Полина и... Гагарин. И Гагарин. Очень приятно. Сегодня наши гости не называют свои настоящие имена. Пусть Полина и пусть Гагарин. У нас сегодня в гостях Полина. Кем вы работаете? Повар. Вы повар. Ой, интересно, какое ваше любимое блюдо? Плов. Искусно, искусно. От вас даже вот пловом немножечко недавно готовили. Парфюм. О, парфюм даже. О, как вы заморочились. Гагарин. Ага. Какая ваша профессия? Гармонист. Вы работаете в одном ресторане, который называется... Гамбургерная. 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 Здесь недалеко, за Киевом. Это повар этого ресторана, ну, гамбургерная, и гармонист, который по выходным играет там для посетителей. Но в один из дней, напомните, в какой из дней произошел инцидент? Пятница, понедельник. В пятницу, в понедельник. Пофиг. В один из этих дней произошел инцидент, зашел человек по камерам видеонаблюдения, было видно, опишите, как он был одет. Пьяный пират. Грубый такой. Очень грубый. Он заказал что? Пельмени. Пельмени. Что еще? Пунш. А выпить? Пунш. А, пунш, да, простите. С гренадином. И гренадин. Угу. Так, он обычно ел, мы все видели эту пленку. Мы не можем сейчас показать, потому что... Пошло. То, как он ел эти пельмени, честно... Гидко дивитися. Одно слово, хэштег вначале. Полина, он позвал повара, вы к нему вышли, подожди, что он вам сказал тогда? Принеси пожрать. Еще, да? Потом расскажите, вы как гармонист, вы тогда играли, какую песню вы постоянно играете? Как называется? Голубой гагон гигит гагается. Я понял, почему вы на гармонии. Полин, он в тот момент очень грубо себя вел и так... Приставал. Приставал. Полин, он к вам приставал. Гнусно. Пусть. Пусть. Признайтесь, что было потом? Потом пошли... Погулять? Так, пошли с ним погулять. Куда? В какое место? Парную. Вот так сразу. Итак, сейчас в студию войдет тот самый парень, который заказал те пельмени и пригласил вас сразу же в парную. Давайте поаплодируем. Опа-ча! Злодеи! Сейчас все разберемся. Все. Что это у вас? Замшевый... Замша! А, футбольный мяч замшевый. Угу. Пятов? А? Пятов? Зинедин Зидан. Вы футболист, я так понимаю. Звісно. В каком клубе играете? За Зенит. Злые дни. Оправдал. Зайшов. Так, зайшли. Заказав зрази. Зліг зі здуттям. Потом вы пригласили Полину в парную. Забув. Что было в парной? Что это? Засос. Парились.
Заглядував. А, подсматривал, подсматривал. Зая. Пупсик. Зіронька. Гармоніст. Есть человек, который против ваших отношений. Давайте поприветствуем нашего следующего гостя. Сволочь! Сволочь, скотина! Сергей. Сергей, здравствуйте. Кого вы называете сволочь? Вы на кого? Вы на гармониста злитесь? Господи! Сей сударь! Так, расскажите. Вот это поворот. Сергей. Так. Служащий сауны. Стал свидетелем. Странных ситуаций. Сударь с сударыней. Вот эти двое, гармонист и Полина. Так вот, вот, так. Сами себя смешили. А вы в курсе того, что в сауне были эти люди? Стойте. Сауна «Серебряная свинья». Нет. Сори. Сори. Давайте поаплодируем. Вы тоже нас извините. Так бывает. Так бывает. Случайность. Так бывает. Вот сейчас зайдет хозяин сауны, той, которой были вы, а не вы. Понял. Пожалуйста, давайте поприветствуем настоящего владельца сауны. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Давайте, на всякий случай, у нас такой инцидент произошел. Как называется сауна? Равин. Да, она. Сауна Равин. Спасибо за ваши доп. Услуги. Розенблат. Розенблат. Спасибо за ваши доп. Знатное заведение. Да. Вы узнаете этих двоих, да, которые Привет. Были в вашем... Разумеется, сауне. Разумеется. Так, расскажите, что было такого, что они... Они разрушили вашу сауну, что... Разрушили. Что разбили? Размножением разрушили. Что они, так сказать, задели? Ракушка. Ракушка. Разбили рюмочку. Рюмочку. Разорвали рубашку. Так. Гардины, гардины. А, он подсматривал, он подскажет. Да-да-да-да, гармонист, что еще? Занавески. Гардины. Пофиг. Пофиг, пофиг. Они вам, ну, самое важное, не стесняйтесь, они вам не заплатили. Не стесняйтесь этого. Что они обещали вам? Руку. Руку? Они обещали вам руку? И сердце? Что? Серьезно? Они обещали, что после всего этого... Разойдутся и... И Полина будет с вами? Правда? Память подводит. Продолжай. Заговаривает зубы. Злодейка. Смотрите, я совсем, честно, запутался. Не буду врать. Вы вначале вы. Честно, вот, один гармонист. Вы красавчик. Просто человек смотрел в окно. Вообще вас не осуждаю. Подсматривал. Вы, Полина, молодец, конечно. Пошли с этим, договорились с этим. Ай-яй-яй. Хочется сказать что-то, Полин? Очень. Простите, пожалуйста, просто папа... Вот, это нужно нашему ток-шоу. Что, отец? Повел... В детстве? Это в детстве было? Куда он повел? В пионерскую... Гармонист хочет, чтобы это была группа. Пусть. Все в порядке. После победы первое... Первое место. Признание. А потом... Потом падение. И папа побил Полину. Папа побил Полину. Полина. Полиночка. Все это следствие того, как поступил отец. Мы знаем, что он ушел. Помните человека, который заходил до этого так. И... Помню. Помните? Папа! Идите сюда. Папа! Полина, это ваш отец. Папа! Поаплодируйте. Папа! Поаплодируй! Привет! Вот так вот! Папа! Да. Выходите! Петя!
Папа Петя, поаплодируйте. Да, мы нашли. Папа Петя, мы нашли. Помнишь? Здорово, помнишь Полину? Здорово. Да, давайте поаплодируем. Полину, помнишь? Присаживайтесь. Полина, идите сюда. Подвинься, нас... подвинься. Садись. Папа, подожди, потом. Все, хватит. Кто там будет потом, папа? Наступна імпровізація називається «Повернення товару». Для неї я запрошую Свєту Тарабарову. Свєта буде грати покупця, який не задоволений товаром і хоче його повернути в магазин. Костя гратиме її друга, але жоден з них не знатиме, який саме товар вони повертають. Для цього ми одягнемо на них навушники, а ми з гостями поки згадаємо товар, який вони будуть повертати. Люля-кебаб. А що ви, голодні, ребят, голодні? Надувной матрас. Супер. Матрас. Надувной матрас. Окей. Ми загадали товар. Вова гратиме продавчиню. Завдання наших гостей – відгадати, який саме товар вони прийшли повернути. Всі готові? Отже, поїхали. Імпровізація повернення товару. Давай быстрее, задок подбирай. Ща. Раз, два. Ой, ты куда ее? Ох, так бросили. Хорошо, что не тяжелая вещь. Испугали. Мы с подругой нашей, моей. Да. Светкой. Я здесь. Пока что мы просто друзья. Даже не рассчитывай. Вот, ну, собственно, да, я подарил ей, хотел сделать намек. Что я хочу чего-то большего. Я понял. Я поняла. А что пришли вы ко мне? Мы... Не получился намек, не понравилось ей. И что? Слушайте, я хотел создать романтическую атмосферу. Вот да, вот... Где? В комнате. В комнате. Хотел, чтобы она... Чтобы она увидела... Спотыкнулась, же... да? Да? Хотел, чтобы она спотыкнулась, знаете, а я ее словлю и говорю, держи вот это. А зачем же ее ловить, если вы... А зачем он вообще покупал это у вас? Чтобы не ловить вас. Я читал книги по пикапу. Так. И я прочитал, что всем женщинам это нравится. Ага, конечно. Мне нет. А вы женщина? Вы женщина? Женщина. Прям как мой первый муж, говорите. Здравствуйте, женщина, я хотел бы вернуть. Пожалуйста. Да без проблем. Я не могу. Оно испорченное всю ночь мне. Ночь длинная. Не буду все пересказывать. Вот, я забрал денежку. Хорошо, как раз сумма нужная на колени была. Нормально. А почему ты мне вот это не подарил? А было бы... Я это тебе и дарил, но оно не икало. Ребят, у меня товар нормальный, у меня поставщики свои, у меня ни разу жалобы не было еще. Я могу продемонстрировать. Пожалуйста. Смотрите, пожалуйста. И как ничего не было. Не больно, ничего. Можно я просто спою? Светочка, ты пой тихонечко, мы тут пока разберемся. Так это, там же в инструкции. Я все делал по инструкции. Что и что там в инструкции? Давайте. Развернуть. Да, супер. Пока все правильно, да. Положить на... Не-не-не, там не так было. Подогреть. Подогреть. Собственной температурой тела. Да, ртом. Ртом. Ну мы надышали на нее. Да. А на нее не надо. А куда? Рядышком нужно было дышать. Не надо, короче, дышать надо, но не на нее, но. А, зря дышали, получается. В принципе, зря дышали. Вы чуть-чуть промахнулись, я так скажу. Хорошо, подожди, мы ее развернули, да? Так, развернули. Подогрели. Не надо было греть. Не заморозили. Надо, подогрели, заморозили. Что за семья? Милый. Так. Мы разогрели, чтобы оно расширилось. Заморозили, чтобы оно уменьшилось. Типа такая игра. Да, а потом поняли, что можно просто надуть. Как вы к этому пришли? Может, дырку увидели? Это что, шарик?
Здрасте. Здрасте. Я... И вам здрасте, да. Да, давай. Я на прошлой неделе вам возвращал. Да, я помню. Мы с девушкой на отдых брали. Ага. Короче, она меня бросила. Если вы не спускали, там внутри воздух. Воздух моей бывшей. Я бы хотел и на меня, чтоб. Это все, что напоминает обо мне? Вот тот, зеленый. Да, вот вы же возвращали, я помню. Все-таки сдули. А, чуть-чуть есть, Марина. Это была часть подарка. Да. Это часть подарка Свете, раз. А вторая часть подарка должна была быть путевочка. Конечно. Вот, путевочка. Конечно. В Египет. В Египет. Да, вот как он летал там с Мариной. Да. Марина. Да, да. И чтобы Света в Египте уже на этой штуке. Да. И я ее фотографирую. Да. И Света же понимает, что это. Понимает, да, что это. Да. Поняла? Да, нет. Ты пробуй, Света, ты пробуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня? Да. Анжелика. Анжелика. Очень красивое имя. Мы принесли здесь, значит, хотели полетать. Да, полетать хотели, ага. Да, в Египте на этом. Но, в Египте на этом, ага. Полетать, да. Значит, он такой большой и зеленый, да, что да, да, да. Я подумала, зачем летать на банане? Правильно, глупость. Не банан. Слушай, Света, ты пока давай разберись с Анжеликой. Я прилягу на него. Я Анжелика, не Анжелик. А мне без разницы. Я извиняюсь. Здравствуйте. Матрас! До свидания. Я поняла, надувной. Наступна імпровізація називається ток-шоу, і зіграємо ми її з Ірою та Олегом. Зараз наші гості стануть головними героями ток-шоу, ведучим якого буде Рома Міщеряков. Як називається шоу, про що воно і чому Рома запросив саме цих гостей, все це Рома придумає по ходу. Завданням гостей буде відповідати на його питання, але так, щоб всі слова починалися з однієї тієї ж літери. З якої саме ми зараз оберемо всі разом. Отже, на яку літеру будуть починатися слова у Іри? Іра, яка у тебе улюблена літера? Я всі їх люблю, часто використовую. Ка? Я не знаю. Ка? Ка? Окей. У Іри Ка. 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 Іра Ка. Олег. П. Привіт. Літера П у Олега, літера К у Ірини. Комсомольська правда. Інші хлопці також будуть учасниками програми. Вони теж будуть говорити словами, що починаються на одну і ту ж літеру. Давайте оберемо літери їм. Валік. Же, нехай буде же. Спасибо. Нехай буде же. Отже, Костя. Л. Костя, літера Л. Люблю Л. І Вова, літера. Вова, літера Д. Літера Д. Тепер давайте придумаємо назву цьому ток-шоу. Кожен, будь ласка, скажіть по якомусь слову, щоб воно так було кругленько якесь. Парашут. На букву, яка в мене, так? Ні. Любою. Так, а на будь-яку букву? Прикольно. 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 Скандально. Кримінально. Хроніка. Прикольна, скандальна, кримінальна хроніка. О, супер. Відео. Оце так ток-шоу зараз буде. Добрий вечір, в ефірі логопедическое. Ночное шоу прикольное, скандальное. Криминальная хроника. Спасибо. У нас есть зрители живые. Давайте поаплодируем друг другу. Друзья, у нас необычное шоу. Обычно в эфире обсуждают какие-то моменты вот криминала. Криминал. Но у нас прикольный криминал. Там, где можно хохотнуть. Итак, у нас в гостях гости, которые пришли поделиться своей проблемой. И вы знаете, колокол драмы раздался на весь город. Из какого вы города?
Прштополь? Прштополь? Да. Вот так вот. Давайте с вами познакомимся. Как вас зовут? Петро Пантелеевич Приехавший. Из Прштополя, да. А вас, девушка? Карина Кирилловна Кронштейн. Прикольно. Между прочим, да? Карина Кирилловна, а вы кем работаете в городе Прштополе? Каскадером. Каскадер? Извините, я вас не узнаю. А в каких фильмах вы снимались? Кино. Кино? Какие кино. Фильмы? Название? Криминальный Кремль. Так, так, так. Кого вы там играли? Казаха. 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 Есть еще фильмы какие-то? Вот этот нашумевший, который во всех кинотеатрах сейчас показывает. Новогодний. Крепкий. Конец. Крепкий конец. И я хочу подчеркнуть, вы там играли каскадера. 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 Презрительно. Презрительно. Ну, выводы не делайте. Вы кем работаете? Парашютист. Вы парашютист. Обожаю Прштополь. Я, честно, кузница кадров. Вы парашютист. Кадров. Сколько у вас прыжков? 50. 50 прыжков. Слушайте, ну очень здорово. Вы все в Прштополе, да, прыгаете? По-разному. Мы читали ваше письмо, которое вы написали нам, и, честно, вся студия рыдала. Мы заплакали нижний этаж. Опять, господи, сами расскажите эту историю. Расскажите, вы вместе, вы встретились... Катались. Вы катались вместе. Катались. Парно. Парно катались. Ну что, где... Карусель! Качели! Качели! Вы в парке развлечений, давайте уже упростим. Вы отдыхали в парке развлечений. Порт! В порту были. Прштополь, морской город, известно. Вы катались вместе, ходили, гуляли, проводили досуг. И что произошло? Кража! 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 Украли, Карина! Портмоне! У вас портмоне? А у вас? Косметику! А у вас косметику! Вот это кража Прштополя, что вы приехали к нам в прикольную, напомню, криминал. Прикол же? Прикол. Паразиты. Ох, мы им зададим. Ох, будет стыдно максимум. У нас есть человек, который был свидетелем этой кражи. Давайте поприветствуем его аплодисментами. Женщина? Да, женщина у нас в гостях. Почему вы удивляетесь? Здравствуйте. Je prends. Bonjour. Je suis. Сейчас, может, ошибка какая-то была. Как вас зовут? Женя Жижа. Евгений, очень приятно. Жень, вы из Прштополя? Житомир. А, вы из Житомира. Житомир. Расскажите, кем вы работаете? Житомирский жиголо. Да-да, извините. Жужу женщин. У меня аж все, извините. Ну, расскажите, пожалуйста, вы в тот вечер были в Прштополе и видели молодую пару? Женщину только? Женщин. Только женщину, не видели, да? Вы видели, кто украл портмоне? Жулики! Дайте нам какую-то информацию, ну, немного. Вы единственный свидетель в этом парке. Жулики живы. Ага, так. И они здесь? Один? Вы наберете, позвоните ему? Жулики. Живее. Да, они у нас в студии, давайте поприветствуем их аплодисментами. Здравствуйте, как вас зовут? Леонид. Леонид Лагутин. Леонид. Подозрительный. Наверное, псевдоним. Крадун?
Ну, получается, крадун. Крадун! Леонид, стыдно очень, Леонид. Ну, давайте узнаем, может быть, у человека такая судьба, которая заставила его украсть. Леонид, вы были в Прыштополе, вы тоже из Прыштополя. Кем вы работаете? Ловелас. Жигало, ловелас. Люблю лакать ликер. Так, в тот вечер вы напились. Сколько вы выпили ликера? Ла-ла-ла-ла. Не помните, да? Пол-литра. А потом вы пошли гулять в парк. Лакаю. Лакаете? Так. Льется. Ой, хорошо. Ликвидирую лаве людей. Давайте сейчас опишите, что было в том портмоне. Линейка. Листочек липы. Так. Литовские латы. Литовские латы. Я сейчас спрошу, скажите, это ваше портмоне? Ты правильно? По-честному? Ну, конечно, по-честному. Человек, может, посадим. Произошла промашка. Это не ваше портмоне? Вы украли чужое портмоне. Но того, кого вы описали, он тоже здесь. Давайте встретим аплодисментами. Конечно, вы не ожидали такого поворота. Здравствуйте. Я смотрю, вы... Денис Дайчук. Депутат. Добрый день. Добрий день! Добрий день! Добрий день! Привіт! Доброго! Не, дюдюля. Жулик! Жулик, ну, оказывается... Дам! Денис! Дам денег. Денис, расскажите, да. Расскажите... Дай дідам дожити, дай дітям доїсти. Дай! Денис Дайчук. Два. Вы второй номер. Денис, я понимаю, что сейчас у вас какая-то предвыборная кампания. Да, да, да. Но, давайте вернемся к тому, что, по-моему, вы украли кошелек. Да, ну, косметику. А косметику? Косметику. Крали косметику? Это не, подождите, я запутался. У вас украли, у вас украли. Вот этот молодой человек, там, скажите, литовские лиры, линейка ваша, листочек? Липы. Липы. Допустим. Вот, мы его нашли. Мы его нашли, вот этот человек. Скажите, как депутат, что мы будем с ним делать? Да! Добро, добро! Даю! Да? Да! Ничего, все, все в порядке. Денис Дайчук, два. 200. Люблю. Добрый Денис Дайчук. Люблю легитимного. Скажите, вы как депутат Прыштополя. Да. Вот в вашем городе произошла такая ситуация, кража в общественном месте. Скажите, вы можете нам помочь, как депутат, как рука власти? Допоможемо! Денис Дайчук, допоможе! До два. Дай дітям доїсти, дай дідам дожити. Хорошо, я так понимаю, что... Дай дому доїхати додому. Дай дальнобойчику доїхати додому! Денис, сейчас, пожалуйста, вы хотели что-то подарить молодой семье. Да. Доставайте подарки. Да. Каждый, кто в студии, получит по подарку от Дениса Дайчука. Да. Денис, пожалуйста, что житомирскому жигало? Дозометр. Пожалуйста, доставайте остальные подарки. Молодому человеку вместо кошелька вашего, смотрите. Диофильмы. Поблагодарю позже. Девушки вместо косметики, пожалуйста. Дрозд. Класс. Но он в суде в углу забился, заберете потом. Да, и молодому человеку, который украл. Доесешь? Повезло.
Сейчас, пользуясь случаем, у нас, да, к нам в студии пришел депутат, который нам помогает. У вас, скажите, есть какая-то проблема? Желаю женщину. Да. Женя Жижа желает жмакать жопку. Все, хватит. Вы хотите что-то себе? Сегодня прям Новый год. Прокуратура. Опа! Жандармы! Вы из прокуратуры, что ж вы нам не сказали? Дукались! Жулик, убегай, жулик!